Знаете, вот как-то незаслуженно говорят, что всегда, ну, главный, один из главных персонажей не только свадеб, но и всех, наверное, анекдотов, есть, конечно же, легендарные тещи. И я смотрю, здесь очень много таких глазок, конечно, тещи. Но незаслуженно как-то мы забываем про свекру. А свекрунечка, это же чего, дорогие мои? От старого славянского слова «своя кровь». И вот сегодня, пані Ларисе, і сюди до мене, з'явилася рідна кровиночка. І я думаю, що ми зараз зробимо немножечко, порадуємо її теж, посмотримо, як же ж наша невестушка, доченька буде смотреть, доглядати свою свекрушу. Итак, ви готові? Я понял, хорошо, давай, помолчи, мать.
вашему желанию, и вы решили здесь.